Ребят, всем привет! Возьми, подержи, пожалуйста. Я купила шкафчик, а Сережечка мне его собирает. Со стеклянными дверцами. Сейчас соберем. Вот такой цвет будет серенький. Я вот разгадываю судоку, а Сережа делает шкафчик. Вот так вот вырисовывается наш шкафчик уже. Катарин, смотри, тут совсем другая система. Я с такой системой первый раз встречаюсь. Тут нужно их не... Подожди, я не вижу, Сереж. Затыкать этими. Они в дырки залазят. Вот эти вот, да, штучки. И никаких ни гвоздей, ничего. Разве... И эти просто воткнулись. Сейчас, а потом туда входят вот такие вот штуки, да? Подожди. Вот, видишь? Они потом... Все. Да, смотри, хорошо, а то вечно оно отсюда, вот эта штучка, вылазит. Она и закрепляет, да? А тут что за дырочка? А я не знаю, потом даже посмотри. Нужно все районах делать, да? Не так. Нет, ты мне, пожалуйста, по-русски. Все по очереди делается, да? Как там нарисовано на рисунке. Молодец. Сыки... Они что-то придумают, что-то новое всегда. Юля наша играется. Потом, сейчас посмотрим, что дальше. А вот мой цветочек, который я пересаживала. Тут слишком много пакетов. Лишнего половина, да? Нет, лишнего тут они не поможет тебе, да? Это у помнишь, как в России раньше телевизоры чинили? Половину запчасти вытащим. Даже вот, вот они, вот такие вот входят, да? Это вот, что видишь? Такое? Ну, втыкай. Вот. А, вот эти дырки, что я скорее показывала. Всего. Нет, подожди. Сейчас посмотрим. А давай я вас. Не-не. Что-то не туда. Нет они. Может, это на дверь? Не то. Стой, подожди. Вот тут две дырки есть. Подожди, так, она да, так вот входит. Еще должна... две дырки нашли. Так, а тут-то что-то приворачивается. Потом нужно... А ну там же две были у тебя. Потом. А что тут прикручивается что-то? Это, наверное, может, стенки. Найдешь что-нибудь. Стенки, чтобы это самое держать. Он не идет, как навесной шкафчик. Не навесной, чтобы он не упал. А, чтобы не... Да, я где-то читала, что будьте осторожны, он может на вас упасть. Так написано на рисунке, да? Вот. Нашел, куда что воткнуть? Пока еще нет. В Серёге две штуки, я не знаю. Сейчас посмотрим. Хорошо посмотреть, какая она. А тут у Серёги она не подходит почему-то. Самое хорошее занятие. Смотреть, что-то как мужчина не работает. Вот эта сторона подходит. Это подходит. Не значит, не туда поставил. Пистолет. Как его теперь вытащить? Зубками, Сереж. А, не надо, зубки дорогие. Дорогие больно будут. А, все. Так, значит. Всегда нужно, говорит, нужно посмотреть, примерить, а потом делать, чтобы потом не переделывать. Надо сначала сделать, а потом посмотреть, правильно ли ты собрал. Я уже сколько раз потом переделывал, да? Ну, ты знаешь, это же тоже хорошо, развиваешь я свои... Я как-то самый, по-моему, первый шкаф сделал, собрал, а в конце в самом было в ящике последним там план, как нужно было собирать. Ага. А я полдня с ним... Слушай, а мы со зрителями... Это когда не знавший был, это... Серёж, а мы со зрителями поздоровались вообще? Всем привет, если не поздоровался, я уже не знаю. Я дед старый. Дед старый. Склерозный. Ой, Сережка. Мне можно. Но мы исправились. Да, так. Теперь другой что-то. Так, там какие-то треугольники на ножке. Ножки, на которых водить будут. Вот такие вот они. Ножки, дорожки. Четыре штуки. Ножки эти сюда. Ножки Буша? Я не знаю, какие Буши.
Или обманки. У нас будет избушка на курьих ножках. Шкафчик на курьих ножках. Дай посмотрю твои ножки. А, вон что за ножки. Слушай, ну красиво будет. Повыше. Не, вот это нет, нехорошо, потому что пыль будет попадать, а его двигать придется. Наоборот, они тебя двигают. Ты все это самое, облицовку все это самое. И будешь, когда мыть полы, она будет, вода попадать, влага, и разложится. Да, ты прав, да. Ну я ж, ну господи, я ж не так мокро мою, я ж влажный. Немного не надо, да? Тут полы там мыть, господи. Пыль протер и хватит. Это не то, что мы, когда вот у нас в детстве пол ведра песка только выгребешься. Да? Ну вспомни, мы к маме приезжаем, у ней через день на подоконнике, блин, пол сантиметра этой песка. Вон, где я работаю, да? Там ну, везде там песчаная. Да? В тоже? Этом. В Нидерзаксе. Там один песок. Ну, но здесь все равно чище намного. Тем более все асфальтированное. А на траве, на земле у нас травка растет. Поэтому тут нет вообще да, грязи. Травку когда прокосишь, и свет пройдет. Да, да, да. За ним такой свет будет. Это вот недавно был такой. Так, по-моему. Саша прокосил травку, пропылесосил полы, помыли, а потом пошел травку косить. Пришел, вся трава на нем хоть отряхался. Все готов. Нужно приподнять. Вот как-то так вот. Та-дам! Так он еще не симпатичный, надо идти. Ну подожди ж ты, Катарина. Мне вот этот хрень уже второй раз на шею вешается, да? Это Юлин одноглазик. Юля, как его называют? Ну, Стюарт. Слушай, ты прям так представительно за этой стоечкой смотришься, как будто ты сейчас речь будешь толкать. На повестке дня одна. Я не буду дальше говорить. Фигня. Сена. Вроде она на месте на своем. Как-то так вроде. Далее. Там. И что у нас далее? Далее там у бока вот такие вот две штуки вставляются. Только я не знаю, для чего. Если чтобы я... к стенке, может, не касалось. Я не знаю. Тут вот дырка, да. Скорее всего, они приворачиваются к стенке. Вот этот вот шуруп сюда заходит. Угу. И потом вот на эту... А, стягивает. Притягивает, да. Вот они. И потом... Ой, я не хочу и... вставать. Я так хорошо сижу. И потом сижу. Они заворачиваются. Я просто заверну. Если надо к стенке будет привернуть, можно сделать. Чтобы зачем? Они не потерялись, да? Маленьких детей нет, все вроде аккуратно. Меня не прибьют. А внучки, если приедут? А внучки там не ходят. По-моему, когда они приезжают, он все летает, все падает, руки падают. Не ходят они. А ты тут зачем тут дырки? Значит, надо за внучками смотреть. Ну да, ты прав. Лучше от греха подальше. Угу. Изучаем дальше. Так, что-то с другой стороны... Карандашом что-то, не пойму. Порисовать надо. Или что-то написано карандашом, что-то дырку что-то, в дырку. Вот верхнюю. А это, наверное... Это, знаешь, что отсюда заворачивается. Ой, подожди, подожди. И они и вот стенку она, все, на, поняла. На дюбеля или вот... Ничего себе шу... Это так... чтобы она не упала. Ничего себе шурупчик у нас. Сюда воткнуть к стенке. Ну нет, мы не будем так делать. Ничего. Там шуруп, блин, с руку. 10-12, наверное, сантиметров. Подожди, Катарина. Мне нужно это сам сейчас обмозговать, чтобы 10 раз не переделать или не разбить нафиг. Я подожду. Я тут у меня еще две клеточки судоку осталось. Делайте свои судоку. Так, тут нужно... И не парьте мне мозги, да? Подождите. Смотрите, какие. Это для полочек. Не чопики вставляются. Они вот, и это самое, вкручиваешь, а потом заходит вот так вот. Я довольно-таки, это первый раз я вижу. Вот. Да, но шкафы не, наверное, не собирал. Не, ну, я всегда собирал по-другому. А это... Да. Татика... Сюда.
Решила я сделать по 24 сантиметров, ну, как раз по верхней. Мне кажется, как раз будет туда, если что, органайзер поставлю. Все. Вот так вот она заходит. Вторая полочка готова. Катарин, тут наверху, да? Да, они все наверх идут. Хорошо. Да, я полюбуюсь. Полюбуюсь своим шкафчиком. Мне нравится. Тут тоже так же, да? Ну да, так же. Я не знаю, может быть... Не, ну да, бывает, что это симметрично красиво, но я не хочу, мне кажется, так вот ровненько. Мне будет удобненько. Ну, если что, потом их можно переставить. Тут проблем-то нет. Ты весь мокренький, как мышонок. Да я вот самый корпус, вот, у меня в голову не ходит, как его собрать. Просто система была слишком простая. Да, слишком простая. Его нужно подстукнуть было. Молотком не подстукнешь. Ну да. Пришлось рукой как-то... Надо было кувалдочку взять. Не боишься, чтобы не сломать, да? Потому что там пластмасски много. Че, Юль, выиграла? Игру, на которую играла. Или проиграла, скорее всего, да? Ну, так тихо говорить, наверное, да. Проиграла. Ты сейчас прыгала-то, если выиграла. И последняя полочка пошла на место. Уже как? Ну и как тебе шкафчик? Не знаю, нужно еще сперва... Так, сейчас почитаем дальше что-то. Только не говори, что он тебе не нравится. Тебе придется его разобрать и отвезти обратно. Нет, я этого делать не буду. Поэтому скажи, ой, какой хороший шкафчик ты купила. Как он мне нравится, да как он нам подходит. Видишь, даже молотком сказано, не пользоваться молотком. А, не пользоваться, да. Я думала, наоборот, видишь, надо. Видишь, крестик, да? Крестик, да. А то ж умные люди-то и молотком там забьют, да? Ну, если не получится руками. Или не подходит. Или топором. Да и вообще мне это все не нравится, да? Ну вот, собрали. Осталось помыть и заполнить. Ну что, тортик-то мой пропитался, ребятушки. И сейчас я его буду пробовать. Как он вкусненько и аппетитненько. Посмотрите, какая красота. Это что-то. Вы только посмотрите, как здорово он пропитался. Какой он вкусненький. Замечательный тортик. И, конечно же, я его сейчас попробую. Это что-то. Какая вкуснота. Черничное варенье. Это супер. Очень его люблю. Комодик готов. Тортик готов. И можно пить чай. Нам приятного чаепития. Дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, не забываем ставить пальчики вверх. И, конечно же, подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!